Daniel Poe. Inendike munmira dikadatam, toratat dikadatam, dodo mut, erevizenir, aven munmira toratmi, inendiden eskaddar. Добрый день, дорогие сородичи! В рамках декады родных языков сегодня мы отмечаем День эверского языка. В этот день мы с глубоким уважением, с любовью отдаем дань памяти выдающегося советского, российского ученого, выдающегося сына русского народа Василия Афанасьевича Робика. Тек мут эвесам чайнадю аявникан Василий Афанасьевич Джугулин аймакан джонгип. Но нам Антыка Сахахов Датугон Мут Василий Афанасьевич Джугулин Типкандапатен передача и Чиканди. Представляем вашему вниманию отрывок из телепередачи из фондов НВК Саха, телепередачу о Василии Афанасьевиче Робике. Пожалуйста. Несется вперед. На нартах опутанный мальчик сквозь ресницы смотрит на полную луну. Маленькому Васе до слез жалко маму, которая осталась дома. Впереди видна спина отца. Густой пар клубится от дыхания подуставших оленей. И луна, равнодушно взирающая на землю. Глубокого детства академика Василия Афанасьевича Робика. События, оставившие неизгладимый след в душе маленького эвенского мальчика. Когда он вспоминал про свое детство, он говорил: «Я с детства, значит, однажды мама не хотела меня отпустить на учебу. И отец, я помню, говорит, он в это время зашел с улицы и услышал, что мы разговариваем с матерью, и что она не хочет отпустить в школу. И в то же время я ей жаловался, говорит, что мне там плохо, я скучаю по вас, я не хочу учиться, да?» И услышал отец, и я даже не успела помниться. И он сказал: «Ты будешь учиться, сейчас же мы поедем». Он его схватил, оказывается, олени были уже привязаны возле жилища. Он схватил его, быстро одел, он не успел опомниться, начал кричать, потом рыдать. Мама тоже в слезы, она стала, значит, хвататься за него. Вот, но отец говорит, в общем, был очень суров по этому отношению и говорит: «Если он не будет учиться, то он останется навсегда в тайге, а если нас не станет, куда пойдет этот слепой мальчик, а затем человек?» И поселка. А я, говорит, помню, как мама выбежала в слезах, она рыдала за отцом и все время, говорит, оглядывался назад, было очень жалко плачущую луна, полная луна. И я, говорит, помню, как мои слезы рекой катили, одна луна. И вот так, говорит, мою судьбу решил отец. Мне тяжело было учиться. Отправили в Ленинград как способного мальчика. Парня уже, говорит, я уже был взрослый парень, уже работавший в оленеводстве. И мне пришлось ехать в Ленинград, совершенно незнакомый город. И так он учился в Ленинграде, это Северо-Греческая высшая школа, значит, и получил такое высокое образование, глубокие знания и буквально по всем наукам, которые преподавали в те времена. И мы все знаем о том, что северо-греческая наука была возглавляема лучшими учеными североведами: Вера Ивановна Синтиус, Клавдия Александровна Новикова, Лидия Юришес, значит, учили его.
улицы Ленинграда, прямые проспекты, веселая, яркая, полнокровная студенческая пора. Первые встречи и дружба, пронесенные сквозь года. Веселая студенческая свадьба и рождение долгожданного первенца. Круг отличник. И прежде всего, он проявил себя как... Он никогда не читал полный голосом хорошей речи. Он был членом общества знания, и общество знания, Ленинградское отделение, к нему прониклось большим уважением. Тем, что он читал. Я всегда большой радостью. Василием Афанасьевичем сформирована научная школа по одному из направлений теории функциональной грамматики применительно к турбусам и джурским языкам. Это монографии, учебники, учебно-методические пособия и словари по авенскому языку для школ, педучилищ и вузов. Из них 16 книг посвящены разным проблемам коренных малочисленных народов Севера. В 1986 году он настоял на то, чтобы открыли группу педучилища номер один для также эвенов и эвенков. И первый год поступили эвены, 15 эвенов. А затем на второй год присоединились эвенки. И в то время, значит, занятый в то время еще вот делами, наукой, монографиями, концепциями, научными статьями, организацией различного уровня конференций, Василий Афанасьевич всегда заглядывал, значит, и имел всегда возможность и время для того, чтобы побеседовать с будущими учителями родных языков, и всегда повторял, что они должны быть первыми, что они должны сохранять язык, что они должны работать и жить ради народа. Но как бы ни взначал, лекции он не читал, а просто между беседами он, значит, всегда говорил, что так надо учиться, хорошо надо учиться, и всегда нужно быть полезными для своих народов. И, видимо, все это впитывалось в юные души, и многие, значит, затем поступили в университет, закончили, получили высшее образование, и затем, значит, с открытием кафедры северной филологии закончили университет, и многие стали научными работниками, музейными работниками и учителями родного языка, и защитили диссертации на своей стадии ученой степени кандидата филологических наук по эвенскому языку, по эвенкийскому языку, затем по юкагирскому, так и также по национальной культуре, этнографии и тому прочее. Это плоды воспитания Василия Афанасьевича. Институт проблем малочисленных коренных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук уникальны по своей значимости и глобальности. Мы вплотную занялись созданием, именно прежде всего созданием концепции для руководящего ядра, концепции, как выжить малочисленным народом Севера. Осуществлял комплексные исследования по разработке научных основ сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Люди, отмеченные миссией личной ответственности за судьбы народов, несут на своих плечах неимоверно тяжелые камни страданий и забот. Путь Василия Афанасьевича был похож на восхождение, на новые и новые вершины, преодолевая многословные лавины давлеющих стереотипов, покоряющих сил. Это был подвиг, равный ратному подвигу, ибо победить словом силой духа труднее, чем силой оружия или обмана. Вот, он мерте, и не говорил мне, ох, тогда, блядь, рапор, ой, так, тих, мандитов, вот торанте, торан, рамта, вот торугамр, эргур, огранта. Вот был дорож торанту, торойлан, эргур, улдам, ранголикан, масакчарта, мандутникан, куркачетта. Эрбидан, бал дорож торанту, эргур, улдам, мут торан, ойдалан, Тенуганте, Ревер, Оварабдан,
чем тогда думал и что чувствовал маленький мальчик в тот далекий вечер. Но эта дорога стала началом большого светлого пути патриота, просветителя и великого человека, академика Василия Афанасьевича Робрика. Я координатор проекта языковой лектории в Национальной библиотеке. Ютуб выключите. Выключите, пожалуйста. Так, еще раз благодарим творческое объединение Яна, вице-редактора Натальи Дмитриевны Сметаниной за прекрасный фильм о нашем уважаемом Василии Афанасьевиче. Мы переходим к приветственной части нашего вечера. И разрешите предоставить слово Погодаеву Михаилу Александровичу, заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Агентекен, Айнынич, Торкери, Аявли Дялку, Ревенелью, Балдача, Торенти, Айнынич, Бигино, Угуно, Эгдена, Скерем. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия, посвященного памяти Василия Афанасьевича Робрика, посвященного юбилею Василия Афанасьевича Робрика 85-летию. Позвольте от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия сердечно всех поприветствовать и поздравить с днем родного языка и письменности Республики Саха-Якутия, а также проведению декады родных языков в Республике Саха-Якутия. В эти дни у нас очень много мероприятий, посвященных сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера. Все наши народы, которые проживают в нашей республике, отмечают этот день. Мы общаемся на родном языке, отдаем дань уважения нашим предкам, которые передали нам этот язык, свою культуру, традиции. И на самом деле такие мероприятия очень важны. Мы хотели бы, чтобы не только в этот день мы с вами говорили, да, вспоминали, чествовали наших выдающихся людей, которые вносят большой вклад в дело сохранения родных языков, но не только в этот день, но и в повседневной жизни, чтобы мы могли свободно пользоваться родным языком, общаться на нем и передавать эти знания нашим потомкам, нашим детям. Вот. Нужно отметить, что сегодня политика Республики Саха-Якутия в области сохранения языков коренных народов, культуры и традиционного образа жизни, она активная и достаточно большую поддержку оказывается со стороны государства для сохранения и развития наших языков. Мы в эти дни, также во время декады, проводим не только такие культурные мероприятия, но и проводятся государственного уровня мероприятия, где мы обсуждаем те проблемы, которые сегодня существуют в сфере преподавания родных языков, в сфере государственной поддержки проектов в области сохранения и развития языков. Вот. Ну и тем более, что сегодня у нас идет, уже началось десятилетие родных языков, объявлено Организацией Объединенных Наций, поэтому на международном уровне также достаточно большое количество различных мероприятий. Вот, и мы надеемся, что в течение этих 10 лет все-таки мы сможем говорить о возрождении и развитии языков, что наши языки не исчезнут, наши дети будут на них говорить. Для этого, конечно, необходимо очень многое сделать, потому что, несмотря на то, что большое внимание государством уделяется этой проблеме, мы видим, что все равно многие языки находятся в критическом состоянии. И мы должны и сегодня об этом говорить, и думать, предлагать какие-то новые идеи для того, чтобы остановить исчезновение. Конечно, здесь вопрос достаточно сложный, он связан вообще в целом с процессом глобализации, который происходит в мире.
многие языки исчезают с лица земли, и мы, как люди, которым не безразлично будущее наших народов, мы, конечно же, должны и говорить на родных языках, и думать, как это сделать так, чтобы люди на них больше общались, и больше издавалось книг, учебных пособий на родных языках, и чтобы дети тоже стремились к изучению родных языков. Вот у нас сейчас и в прошлом году начал действовать государственная программа Республики Саха-Якутия по поддержке государственных и официальных языков, к которым относятся языки коренных малочисленных народов Севера. В прошлом году в бюджете республики было предусмотрено 56 миллионов на эту работу, и в этом году также предусмотрено 56 миллионов на поддержку наших проектов. Поэтому очень важно сегодня говорить о реализации плана этой госпрограммы, чтобы все языки наших коренных малочисленных народов Севера, они получали поддержку, чтобы эта поддержка была справедливая, чтобы равноценно мы обратили внимание на все наши народы, которые занимаются своими языками, и чтобы поддержали их проекты. Но сегодня мы будем вспоминать уважаемого Василия Афанасьевича Робика, это выдающийся сын эвенского народа, который сделал огромный вклад в сохранение и развитие не только коренных малочисленных народов нашей республики, но в целом нашей страны. И на международном уровне имя Василия Афанасьевича известно далеко за пределами. И очень многие цитируют его мысли, его идеи. Я думаю, что сегодня мы будем добрым словом вспоминать нашего дорогого Василия Афанасьевича, его ученики, его последователи. Он оставил огромное наследие после себя. Это и научные труды, это и различные учреждения, институты, которые создавались при его непосредственном участии. Это и большое количество других материалов, которые сегодня доступны. Я думаю, что его наследие еще нам предстоит оценить, предстоит еще понять. И я очень надеюсь, что сегодня мы в таком дружеском вечере вспомним его хорошими словами, добрыми словами и вынесем для себя новые уроки. И в будущем наша общая работа будет нацелена на то, чтобы мы действительно смогли сохранить и развивать наши родные языки. Еще раз хочу всех поздравить и поблагодарить Ассоциацию эвенов Республики Саха-Якутия, Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия за эту большую работу. Так что будем вместе работать. Всем желаю сегодня плодотворной, успешной работы. Спасибо. Это Михаил Александрович. Теби Торан Бумчу сегодня с приветственным словом сейчас выступит Коловарева Елена Христофоровна, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Илтумен по делам коренных малочисленных народов Севера и развитию Арктики, народный депутат Республики Саха-Якутия. Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, уважаемые участники вечера памяти, слово об учителе, посвященного 85-летию выдающегося деятеля, политика, государственного деятеля, академика Академии наук Республики Саха-Якутия, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Республики Саха-Якутия, отличника просвещения РСФСР Василия Афанасьевича Робик. Для каждого якутянина имя Робик Василия Афанасьевича ассоциируется с правами реализации прав коренных малочисленных народов не только в Республике Саха-Якутия, Российской Федерации, но и за пределы Российской Федерации. И мы знаем, Василий Афанасьевич был, значит, участником принятия декларации коренных малочисленных народов Объединенных Наций. И сегодня этот документ международный для всех нас является
для всех нас является предводителем тех направлений работы, которые мы видим в федеральных законах, в республиканских законах. И наши три федеральных закона об общих принципах родовых общин, развития родовых общин, территориях традиционного предопользования, о гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера. Все они, вот эти федеральные, три федеральных закона были приняты при непосредственном Василия Афанасьевича Орбек. Мы на той неделе справили более 250-летия аспирантского Михаила Михайловича, выдающегося этнографа, который 200 лет тому назад написал устав инородцев. И этот устав и сегодня актуален. Василий Афанасьевич говорил об этом ученом как человеке, который еще былые далекие времена говорил о том, что каждый этнос, каждый народ это должен иметь свою землю, должен иметь свое, в общем, сохранять культуру, языки. И мне довелось встретиться с Василием Афанасьевичем, и я этим счастлива, то, что мы в Оленёвском районе показали ему в 2004 году кочевую школу, выдвинули проект «Кочевая школа». Он приезжал к нам и был очень рад тому, что идет осознание того, что необходимо возрождать язык предков. Мы, оленёвцы, заговорили к нам о языке предков. Благодаря тем наставлениям, тем работам, которые он оставил. Ну, в то время он говорил о том, что мы не должны опускать руку, никто за нас это не сделает, это мы только можем сами. И на протяжении этих лет я вижу, как закон принят, нормативные акты приняты, но в жизни вот то, что мы хотели видеть, да, постоянное там количество 11, 13, первое время, да, 13 кочевых школ было открыто. И в трудах Василия Афанасьевича целый раздел по кочевым школам, по этим работам сегодня молодые ученые пишут работы, свои работы. Но вот позавчера мы разбирали, или вчера это было, мы разбирали, ученые разбирали реализацию нашего закона «Кочевая семья». И мы видим, как все-таки сложно. Но тем не менее, жизнь продолжается. На правительственном уровне мы и на уровне парламента защищаем финансовые средства на развитие оленеводства. Я надеюсь, то, что он видел, предвидел, все это в надежных руках. Есть воспитанный сын Константин Васильевич Робин, сегодня уполномоченный по правам коренных малочисленных народов. Я, как всегда, обращаюсь к нему, когда мы пишем федеральные законы, обосновывать уполномоченную сильный со всеми регионами, когда начинает говорить, мне кажется, что Константин Васильевич нас лучше защищает, лучше обосновывает. И я все время вспоминаю его отца. И Михаил Александрович у нас сегодня на международном уровне в Арктическом совете является лицом всех коренных малочисленных народов страны. Страны, это говорит о том, что Василий
Афанасьевич Ропик за собой оставил достойную смену. Ну и в конце я хочу сказать, большое внимание уделяет нашим язгам коренных масляных народов Александр Николаевич Жирков. Мы заседали, сегодня работаем над рекомендациями. И после того, как мы напишем эти рекомендации, он должен вызвать министра. И на уровне министра мы должны без финансирования эти, без решения финансовых вопросов очень сложно будет, поэтому нам надо активизироваться. Кроме этого, наша Федосия Васильевна, министр образования, раньше министр образования, сейчас председатель комитета по науке, образованию и культуре, ведет масштабную, можно сказать, работу. Уже третий съезд, значит, предвидится, готовится к съезду родных языков. Но мы должны видеть вглубь, вокруг себя, внутри районов, которые мы представляем. В Орике у нас Светлана Михайловна ведет работу и среди взрослых, и среди детей. Но по возрождению, да, и каждый вуз. Я вот очень благодарна Тяне, Венгрии, так, где еще у нас живой язык. Там, где живой язык, Себенкёль, да, там Берёзовка, вот. Живой язык, вот они-то и энергетику дают. Энергетику именно того, что нам необходимо, Тополинов, да, вот очень мало, значит, населенных пунктов, где мы говорим гнезда коренных малочисленных, языка коренных малочисленных народов. Надеюсь, благодарю всех учителей, которые на себя взяли такую ответственную миссию. У нас есть большие планы. Надеемся, после разговора на уровне Александра Николаевича, Федосии Васильевны, Григорьевой Антонины Афанасьевны, мы выйдем со своими уже принятыми решениями. Спасибо. Спасибо. Это будет у нас продолжением работы выдающегося сына ивенского народа Василия Афанасьевича Рубина. Да, действительно, впереди очень много работы. Спасибо еще раз, Елена Христофоровна. Слово для приветствия предоставляю Вячеславу Ивановичу Шадрину, вице-президенту ассоциации. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я рад приветствовать всех сегодня на очень важном и знаменательном мероприятии. Действительно, память о Василии Афанасьевиче Ропике будет сохраняться, и еще дальше она будет развиваться, и, как сегодня сказали, действительно, научное наследие Василия Афанасьевича еще требуется его исследователям. Я бы хотел остановиться на нескольких очень важных достижениях, которые были достигнуты именно благодаря деятельности Василия Афанасьевича, и которые, к сожалению, на сегодняшний момент нами утеряны. Василий Афанасьевич Ропик был первым деятелем, который на международный уровень поставил вопросы этнокультурных прав наших народов. До этого ставились вопросы только политических прав, самоопределения, деления, им придания каких-то прав. А Василий Афанасьевич первым поставил с трибуны Организации Объединенных Наций, экспертного механизма по правам коренных народов мира. Он поставил именно права, такие вопросы, как право на язык, право на образование, право на сохранение своей этнической идентичности. И он был именно первопроходец в этом направлении, и поэтому Василия Афанасьевича знали и признавали во всем мире. Василий Афанасьевич был признанным ученым,
на российском уровне. Именно при нем, мы можем сказать, именно обеспечивалось научное обеспечение развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Российской Федерации и нашей республики, и на местах. Именно вот, к сожалению, уже больше 10 лет нет Василия Афанасьевича с нами, и вот за этот период больше так и не было ни одной комплексной экспедиции по социально-экономическому, этнокультурному положению, к исследованию какой-либо из местностей проживания коренных малочисленных народов. Постоянно, с периодичностью, практически основные места проживания наших народов именно были где-то там в шкафах или еще где-то. На основе этих исследований разрабатывались местные программы социально-экономического и этнокультурного развития данных населенных пунктов. Более того, у нас и на республиканском уровне, и на федеральном, именно институт, который возглавлял Василий Афанасьевич Ропик, создавал различные концептуальные документы. Не была видна стратегия. Это и вопросы социально-экономического развития, и самих вот территорий, и коренных малочисленных народов Севера. И, например, вот уже я был свидетелем разработки двух концепций, разработки концепции развития оленеводства и рыболовства. Отдельная команда именно развития законодательной защиты коренных малочисленных народов Севера. То есть и все эти программы, они разрабатывались с глубиной на 20, 30 и даже 50 лет. Они были действительно концептуальны. То есть это был не мероприятийный подход, к сожалению, как сегодня мы в основном видим, да? А это было именно стратегическое видение с осознанием того и пониманием вести очень большую работу, чтобы хоть на каком-то уровне, так сказать, восстановить эту работу. И третий аспект. Василий Афанасьевич, он проводил очень большую работу по объединению ученых из числа коренных малочисленных народов Севера. Им проводилась целенаправленная работа по подготовке таких ученых. И вот это не только касается нашей республики и так далее, это вообще касается нашей страны в целом. Ну, одно из них понятно, вот посмотрите, тот самый наш институт проблем малочисленных народов Севера, в штате которого 4/5 сотрудников, штатных сотрудников, были сами представителями коренных малочисленных народов Севера. И такой институт, который фокусировался на разных. И посмотрите, вот та же самая серия памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, он опять-таки не фокусировался только на вопросах наших народов. Он был гораздо шире, он выходил на федеральный уровень. В этой серии были представлены работы, которые касались народов Севера, проживающих и в Западной Сибири, и на Дальнем Востоке, и так далее. То есть это был действительно такой уровень всеохватный. Институт представлял не только коренные малочисленные народы Севера республики нашей, а именно носил на федеральный статус и занимался вопросами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И вспомним, что именно Василий Афанасьевич был одним из инициаторов и в итоге создателем ассоциации ученых коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации. Тогда действительно были такие очень большие вот столпы, так скажем, имена, которые вот были. И Василий Афанасьевич, и Чунер Михайлович, и наши, Галина Ивановна, Тукей, Анна Николаевна, которые входили в эту ассоциацию, действительно очень, это вот шло вот такое развитие. На сегодняшний момент, посмотрите, пожалуйста, научное пространство Российской Федерации. Кого из ученых мы можем назвать, которые могли бы на федеральном уровне ставить вопросы, ну, есть вроде бы ученые есть, но которых бы признавала власть, которых бы она уважала. К сожалению, вот время, я не знаю, вот таких вот гигантов на сегодняшний момент у нас уже вроде бы и нет. Нам надо ставить и заниматься этим вопросом, чтобы продвигать своих ученых. Продвигать их на федеральный уровень, чтобы они представляли наши интересы, чтобы в итоге федеральная власть признавала их и прислушивалась к этому голосу. Это то, что мы, к сожалению, тоже потеряли на сегодняшний день. И это очень важно. Вот
И вот заканчивая, я еще раз скажу, что действительно Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики всегда помнит о Василии Афанасьевиче. Василий Афанасьевич сам принимал активное участие в общественном движении нашего народа, в нашей ассоциации, всегда был членом Координационного совета, во всех съездах принимал участие, участвовал в подготовке всех документов. И на сегодняшний момент надо сказать, что мы еще не все сделали по увековечению памяти Василия Афанасьевича. Когда-то мы ставили вопрос об аллее выдающихся сынов Севера около дома Севера. Я думаю, и мы говорили о том, что там обязательно должен быть бюст Василия Афанасьевича. Я обращаюсь и к нашему министерству, и к Елене Христофоровне, все-таки этот вопрос держать на контроле, и, наверное, все-таки нам необходимо, чтобы дом Севера потихоньку так теряет какой-то свой статус и так далее, понимаете, чтобы в том числе вот эту вот аллею, если мы сумеем ее сделать и так далее, мне кажется, действительно, чтобы дом Севера все-таки вернул себе статус центра жизни народа Севера, столицы Республики Саха-Якутия. И это будет, наверное, лучшим вкладом в память у Василия Афанасьевича Родина. Спасибо за внимание. Спасибо, Вячеслав Иванович. А сейчас от имени Ассоциации учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока я предоставлю слово Лихановой Фене Матвеевне, председателю ассоциации, заведующему отделом учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов Федерального института родных языков народов России. Пожалуйста. Федерального института родных языков народов Российской Федерации поздравить всех нас с неделей родного языка Республики Саха, сегодня с днем эвенского языка. И примечательно, что этот день, вечер, посвящен великому сыну эвенского народа Василию Афанасьевичу Робику, ученому с мировых именем, лидеру, общественнику, который был одним из инициаторов международных десятилетий коренных народов в России и в мире. И, конечно, создателю концепции кочевого образования. На основе данной концепции были созданы у нас кочевые школы в Республике Саха, также кочевые школы в Ямало-Ненецком автономном округе, который успешно реализовывается в Амурской области и в других регионах нашей страны. В настоящее время в Федеральном институте родных языков по госзаданию Министерства просвещения уже несколько лет идет реализация проекта по кочевому образованию Российской Федерации. Радует, что научное наследие Василия Афанасьевича реализовывается, что не забыто и развивается. Также примечательно, что в этом году дан старт международному десятилетию родных языков коренных народов. И правительство утвердило план мероприятий. Отрадно, что много мероприятий в план международного десятилетия родных языков вошли по инициативе общественных институтов. Я думаю, что Василия Афанасьевича это очень порадовало бы. В честь этих замечательных событий, днем родного языка, хочется пожелать всем нам развития наших языков. Пусть они звучат везде. Пусть свой родной язык знают наши дети. Наши родные языки нас объединяют со Всемирным днем родного языка. Окинда гиптин метнир турерты. Гроя гиптин мевандува дявучадена. Увериддена турас турерва дюляски ненега. Держа в сердце свои родные языки, поднимая их, любя их, нам нужно идти вперед. А я гибкалу гертил мата. Спасибо. Эктентеке Алагда Фени Матвеевна. До гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Пожалуйста. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем родных языков. Сегодня мы вспоминаем нашего учителя Василия Афанасьевича Робика. Ну, его общественная работа, его государственная деятельность, его научная деятельность и так далее будут освещаться, конечно, на более серьезном мероприятии, на робиковских чтениях, которые будут проводиться в марте этого года с Северо-Восточным федеральным университетом, в частности, кафедрой северной филологии. На сегодня мы хотели бы вспомнить о нем как об учителе на человеке. Василий Афанасьевич выбирал или отбирал своих учеников сам, не знаю, по только ему известным критериям. Но мне посчастливилось стать его ученицей в науке, тогда, когда я заканчивала Институт народов Севера имени Герцена, тогда теплый весенний день на Мойке 48, 20-й корпус, пришли два невысоких человека и зашли к нам на занятия венского языка. У нас была наша преподаватель Вера Чемерна Элрика. И они спросили Васильевну, кого бы она посоветовала в качестве дальнейшем, чтобы человек занимался венским языком, наукой. И Васильевна говорит, ну вот, указала на меня, немножко поговорили, это оказались Василий Афанасьевич Робик и Христофор Иннокентьевич Дудкин в сопровождении Александра Александровича Петрова. Вот этот день-то помню. И они, Василий Афанасьевич сказал, что как только закончишь институт, значит, приезжаешь в Якутск и сразу приходи на меня. И дал мне свой номер телефона, ну, который я по молодости и вообще я не готовила к себе научной деятельности, я как-то вот так вот это пропустила мимо ушей и благополучно потеряла этот телефон. Летом, когда уже все сдали, закончили, диплом был получен, я получила направление в Министерстве просвещения, тогда называлось, в доме НДП-1 теперешний, и, значит, одну из северных школ. И, выходя из дома правительства, прямо на лестнице, я... Не знаю, это, наверное, судьба, или что это было, я не знаю. Я сталкиваюсь лицом к лицу с Василием Афанасьевичем Робиком. И рассказываю ему, что вот я получила направление, еду в Верханский район преподавать. Он меня развернул на 180 градусов, взял карты и завел обратно. Зашли мы обратно в кабинет министра. Он говорит, эта девочка никуда не поедет, значит, открепляемся и идем в институт языка, литературы и истории. Вот так вот судьба меня привела в науку именно рукой Василия Афанасьевича. Я очень, конечно, благодарна Вселенной судьбе, что это случилось, потому что, ну, тогда... Откуда вы 20-летний человечек, откуда я могла знать, что, да, что наука – это то, чем надо заниматься. Вот. И с тех пор, значит, в институте Василий Афанасьевич стал с нами заниматься так со своими детьми. Даже на обед он нас вел за руку к себе, там мы там очень близко же. Ярославская 30, они тогда жили,
расположен был институт, и мы туда на обед ходили. Я, Валентина Петрова, Нина Дианова, мальчишки еще были маленькие, Константин так, и школьником. Ну, тогда вот даже, по-моему, да, все почти учились, ага. Вот. И Гуша только на пятом курсе учился, старший сын университета, даже да, тогда все учиться нравится. И вот мало-мало, в доме полно детей, стол ловился всегда у Марии Егоровны. Я полно, и мясо тебе, и рыба, конечно, после студенческой не очень сытной жизни, там было очень хорошо. Вот, да, находиться под крылом Василия Афанасьевича и Марии Егоровны. И вот так почти в домашней обстановке. Он никогда нас не ругал, никогда нам не наставлял чего-то, никогда голоса не повышал, да, последнего своего до дня ухода. Он никогда со своими учениками не обращался. Он всегда очень бережно к нам относился. И он воспитал 9 кандидатов наук и 2 доктора наук. Многие кандидаты тут сидят, и Александр Александрович, он учитель, тоже тут сидит, доктор наук. Вот. Так что Василий Афанасьевич лично для меня, в моей жизни, это едва ли сделал не больше, чем мой родной отец, наверное. Потому что в дальнейшем были и очень сложные ситуации жизненные касательно, тогда уже начались 90-е, касательно этих квартирных вопросов, да, и так далее. Вот все это решалось с его участием, и всегда мы знали, что наш учитель всегда нам поможет, всегда нас поддержит. И никогда не оставит без внимания, какие бы то ни были наши насущные проблемы, даже рождение детей, свадьбы и так далее. Он всегда везде принимал участие в нашей жизни. Ну а сейчас я хотела бы сказать, что с уходом Василия Афанасьевича, конечно, наступила очень трудная пора. После того, как его не стало, некоторые люди стали, даже скажу тут в своем кругу, да, что чуть ли не натравлено учеников Рублика в газетах и так далее. Вот. Поэтому сегодня, вспоминая своего учителя, я скажу, что за что Василий Афанасьевич боролся, за что он всегда без никаких компромиссов кидался головой, как в омут, вот это мы несем в себе, и никогда мы его не оставим. Вот те вопросы, и те чаяния, и те положения, которые он нас научил, и которые там, мы должны сейчас поддерживать. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Ивановна. Вашему вниманию мы предоставляем.
закончить ансамбль, то большое спасибо нашему прославленному эстафетному ансамблю. А сейчас я с большим удовольствием хочу предоставить слово сыну нашего уважаемого Василия Афанасьевича, Константину Васильевичу Робик, уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха, Якутия. Спасибо большое. Добрый вечер, все уважаемые участники. Вечер памяти моим отцу Василию Афанасьевичу Робику. В первую очередь я от имени семьи хочу выразить огромную благодарность Союзу Ленина, лично Екатерине Афанасьевне, Анатолию Платоновичу, Дарье Васильевне, нашему молодежному кругу ассоциации и, безусловно, хозяйке Ольге Петровне Ахоновой. На самом деле, когда мы говорим вот, о Василии Афанасьевиче, о моем отце, о других наших старейшинах. Мы на самом деле счастливые люди, потому что у истоков нашего движения стояли такие великие люди, как Андрей Васильевич Кожемякин, Анна Николаевна Лаврентьева, Гаврил Гаврилов, Николаев, многие-многие-многие другие. То, что сейчас мы имеем в части признания прав наших народов, в части законодательного обеспечения и так далее, многие-многие другие вопросы, это целиком и полностью их заслуга. И наша задача, безусловно, самое главное, не дать как-то уменьшить все это, да? То есть мы должны отстаивать с тем, чтобы хотя бы на том уровне признания прав законных интересов коренных малочисленных народов Севера в пределах Республики Саха-Якутия на российском уровне все это оставалось. Как сын, конечно, вот мы на самом деле, вот, когда с детьми беседуем, там, со старшими, с близкими, родными и так далее, мы порой очень часто недооцениваем. И это, ну, я думаю, что каждый, наверное, может такое про своих родственников, близких, друзей сказать. Когда в первый раз я осознал, что мой отец что-то из себя представляет, я уже был достаточно взрослым человеком, я проходил стажировку в Шумере, вы знаете, есть стажировка коренных народов в Шумере, управление Верховного комиссара по правам человека. И в 99-м году, когда я туда приехал, нам организовали встречу с Верховным комиссаром по правам человека. Тогда была госпожа Мэри Робинсон. Ну, это один из высоких постов в рамках Организации Объединенных Наций. И первым делом, когда она услышала мою фамилию, она сказала: «Вот, а вы не сын Василий Робик?» Я говорю: «Да». Вот, говорит, во всех вопросах, которые касаются, которые поднимают коренные народы Севера, я, говорит, в первую очередь руководствуюсь его трудами и выступлением. И достала там с ближней полки откуда-то его выступление, его книги. Это был для меня очень большой шок. И вот тогда только я начал осознавать, что на самом деле это мой отец, с которым мы, скажем так, постоянно на близкой ноге. Ну, как бы серьезно все равно не воспринимается. Да? И только после того, как мы начали уже общаться с другими представителями коренных народов со всего мира, только тогда пришло понимание того, что делает и насколько все это на серьезном уровне. Раз такие люди говорят о том, что изучают его труды, опираются в своей деятельности именно на его труды. Хочу сказать большое вот спасибо, сейчас Светлана Ивановна напомнила. У нас всегда был полный дом гостей, всегда студенты его приходили, всегда приходили научные сотрудники, которые работали рядом с ним. И наш дом, я не помню, что было в детстве, у нас там меньше 20 человек, где ночевала, по-моему. Несмотря на то, что у нас и самих много было. Поэтому, ну, такая семья чистая,
венская, то есть гостеприимная. И, безусловно, то, что вот Светлана Ивановна напомнила об этом, очень приятно. Мне очень приятно видеть среди вот участников Александра Александровича Петрова, с которым мой отец был очень тесно в близких отношениях. Мне очень приятно, что я видел среди участников знакомых фамилии с Магадана, с Камчатки, кто-то там пробовал подключаться. И все это говорит о том, что даже в воскресный вечер люди нашли возможность прийти, подняться своими воспоминаниями о моем отце. Спасибо вам огромное всем. Спасибо, Константин Васильевич. Действительно, очень приятно нам слышать то, что вот действительно Светлана Ивановна вспомнила, и Константин Васильевич, это семья Василия Афанасьевича, действительно настоящая, северная, гостеприимная семья. Вот, поэтому вот столько учеников, столько его коллег, соратников, кто вместе с Василием Афанасьевичем и работали, и учились под его чутким руководством, да, все вот действительно с большой любовью вспоминают большой гостеприимный дом Василия Афанасьевича. Это был настоящий ЭВН человек. И далее я предоставляю слово Анатолию Платоновичу Степанову, председателю общественной организации «Союз ЭВНов Республики Саха Якутия» с докладом «Личность, учитель, ученый, патриот Севера». Пожалуйста. А я в Якутии был риторный веркачев учен этен мертимакта Манруда Сангашчарам. Торенур, Нимкарбур, Икайбур, Эгирбирайтонур. Дорогие сородичи, чтобы моя маленькая жизненная тропинка никогда не исчезла, наказом хочу сказать, не забывайте родной язык, сказки, песни. Я начал свое выступление со слова Василия Афанасьевича, который он как заветом, наказом оставил для нас. Он никогда не считал себя большим человеком, великим ученым. Он считал себя маленькой соринкой большого мира. Я хочу сказать, что благодаря близорукости Василия Афанасьевича мы получили человека большой буквы. Если бы не дальновидность его отца, если бы Василий Афанасьевич был дальнозорким, то он бы остался в тайге и не выучился. Вот так решилась судьба Василия Афанасьевича. Мы отмечаем юбилей Василия Афанасьевича Робин. 6 января 2022 года ему исполнилось бы 85 лет. Имя Василия Афанасьевича Робин известно широкой общественности. Он был поистине великим сыном и патриотом Севера. Василий Афанасьевич Робин, доктор филологических наук, академик Академии науки, наук Республики Саха-Якутия, заслуженный деятель науки Российской Федерации Республики Саха-Якутия. Он всю свою жизнь посвятил североведческой науке, исследованию тунгусских языков и культуры, эвенского языка и фольклора, а также организации научной работы во благо всех коренных многочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в российском и международном масштабах. Под его руководством было защищено 6 кандидатских и 1 докторская диссертация. Он много внимания уделял развитию коренных языков коренных малочисленных народов Севера. Ради этого исторического, судьбоносного дела не жалел ни сил, ни времени, ни здоровья. В свое время он добился открытия обучения на вентийском и эвенском языках в Саха-Ганатской школе номер 38 города Якутск. Ему принадлежит заслуга открытия кафедры северной филологии в Якутском
Государственного университета имени Максима Кирилловича Ломоносова, Нижнеколымского колледжа народов Севера в поселке Черском, Явенского и Явенкийского отделения педагогического училища города Якутск. Наряду с научно-педагогической деятельностью Василий Афанасьевич занимался и общественным. Избирался депутатом Верховного Совета Якутска АССР 12-го созыва. Был экспертом ЮНЕСКО по устойчивому развитию Арчи, членом консультативно-экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по проблемам Севера, Международной ассоциации экспертов коренных народов мира, Международного конгресса общественных наук Арктики и Севера. Василий Афанасьевич Ропик был масштабной личностью с поистине глубоким философским мышлением. Он легко и быстро находил ответы на любые вопросы, независимо от их сложности и остроты. Именно благодаря ему в мире широко и во всеуслышание заговорили о коренных малочисленных народах Севера, о перспективах социального, экономического, культурного, образовательного развития северян. Ученый-исследователь Василий Афанасьевич Ропик был верен до конца своей жизни науке, своему родному народу. Он много сделал в области академической науки и в прикладных научно-методических работах. Огромным вкладом в науку остается его деятельность в издании учебно-методического комплекса для венских школ, педучилищ и вузов. Он вложил свой труд в области подготовки программ, курсов, лекций, учебников и учебных пособий, в том числе по венскому языку и фольклору. Если провести сухой подсчет научных трудов, Василия Афанасьевича с 1972 по 2011 годы, то их число достигает 179 наименований. Кроме этого, он проводил большую работу по научному редактированию, рецензированию и оппонированию. Осуществлял научный руководство аспирантов и докторантов. Но простой статистический подсчет отражает объективно суть вопроса и проблем, изученных в тех или иных отдельно взятых научных трудах. Он не может выступать критерием, мерилом вклада ученого в конкретный объем знаний отрасли науки. Наука была призванием Василия Афанасьевича и делом жизни. С годами, по истечении лет, осознаю, что несмотря на то, что в жизни было много интересных встреч и знакомств, памяти, сознания остаются образом, которые оказали на тебя особое влияние. Одну из важных ролей в моей жизни сыграл Василий Афанасьевич Ропик. Мне посчастливилось учиться у Василия Афанасьевича, у большого мастера, учителя большой буквы. Когда я учился в северной филологии, в кафедре северной филологии, он вел у нас тунгусоведение. Это был человек, учитель, который олицетворял знания и собственное достоинство. Четкая формулировка, логика понятий. У него была своеобразная манера ведения занятий. Он не просто читал лекцию, он рассказывал. Такая манера внушала ощущение значимости того, о чем он говорил. Многое, что он говорил, потом пригодилось мне, как методическое пособие, руководство к тому, как следует работать. Когда я закончил учебу, он пригласил меня в институт, и мы долго разговаривали с ним, сидя у него в кабинете. В беседе он сказал, что по его мнению я должен заняться наукой, и из меня выйдет неплохой ученый. Но в то же время он сказал, что я хороший преподаватель. Тогда я работал преподавателем Нижнеколымского колледжа народов Севера. И в будущем буду отличным руководителем. Конечно, потом были и другие встречи, и разговоры, и совместная работа. Значит, что Василий Афанасьевич многое вложил в меня и после окончания учебы. Педагогический дар Василия Афанасьевича состоял в бережном, деликатном отношении к будущим учителям, будущим ученым. Отличное знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция,
этими качествами отличался наш учитель Василий Афанасьевич. И сегодня мы выражаем большое уважение мастеру своего деда. Мы обязаны держаться того уровня, который поднял Василий Афанасьевич. Всегда идти вперед, ведь остановившийся непременно отгонит время. Работа над усовершенствованием себя. Вот на это делал акцент Василий Афанасьевич. Не просто вложить голову своих учеников при мудрости науку, а многие для нас, своих учеников, он делал ради будущего, ради развития коренных малочисленного населения. Наш учитель творил, чтобы мы стали патриотами своего народа. Творил постепенно, терпеливо, не жалея ни времени, ни здоровья. Он всегда находил именно те слова, которые могли каждого из нас окрыли, сделать невозможное возможным. Василий Афанасьевич был не только человеком больших знаний, но у него была огромная духовная сила, выдержка и даже мужество. Он не был равнодушным, безразличным к воспитанию учителей, ученых из числа малочисленного народа Севера. За что хочу выразить большую благодарность. Лев Николаевич Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества. Большие знания и большое сердце. Все это имел Василий Афанасьевич Шарбек. Спасибо за внимание. Евгений Николаевич, Анатолий Платонович. Анатолий Платонович один из первых выпускников кафедры северной филологии и, соответственно, выпускников Василия Афанасьевича Робика. Дорогие друзья, сегодня у нас присутствуют ученые не только с Якутска, но и с города Санкт-Петербурга, с других городов, с других регионов нашей страны. И я хочу сейчас предоставить слово представителям Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург здесь. У нас сидят несколько представителей. Я с большим удовольствием предоставляю слово Александру Александровичу Петрову, доктору филологических наук, профессору Российского государственного университета, значит, Российского университета именно из кузницы кадров для северян, для всей Арктики, прославленного Института народов Севера. Александр Александрович, вы здесь, да? Сегодня в памяти нашего дорогого Василия Афанасьевича Робика. Я как человек эмоциональный очень взволнован, потому что посмотрел вначале этот фильм, послушал наших ученых и опять пережил вместе с Василием Афанасьевичем очень многое, что мы прошли вместе. Конечно, я Василия Афанасьевича узнал впервые в 70-х годах прошлого века. У нас один учитель немецкого языка, Нина Ивановна Гладкова, один научный руководитель, ну, научный руководитель мой был Нина Ивановна Гладкова, ученица Цильциус, а Василий Афанасьевич был у Веры Ивановны аспирантом Цильциус. Да. Ну, это ленинградская филологическая школа. И позже, конечно, мы с ним встречались много раз на разных этапах жизни. Вот сегодня Сагана Ивановна очень хорошо сказала, что вот они с Христофором Никитичем ходили постоянно вдвоем. И особенно с 1985 года, когда я получил трехкомнатную квартиру в Ленинграде, они постоянно жили в нашей семье. Вот. И очень много мы прошли, пережили. Я думаю, что
ну, личность и масштаб Василия Афанасьевича Лобика надо рассматривать в конкретной исторической эпохе, потому что, ну, вот ученые знают, что такое диахрония, синхрония, да, что такое рассматривать научные факты в историческом плане, в развитии, или описывать то, что как есть сегодня в настоящее время. И вот особенно, когда я писал историю изучения турбусово-латинских языков, и в частности, вот последняя моя работа, справочник ученые, писатели, художники народов Севера. Кстати, вот в марте уже первая часть выходит в Японии. Я спрашивал у многих ученых их число, месяц, год рождения. Ну, я уже не говорю про портрет и так далее. Многие, особенно женщины, скрывали и хотели говорить, да. Но вот посмотрите, ведь, конечно, это персональные данные, да, и это, ну, это не паспортные данные, не СНИЛС, не ИНН, и ИНН, вот, но тем не менее я их понимаю. Но с другой стороны, вот посмотрите, если взять ИННов, да, вот, можно только фамилии перечислить, Бакарас, Цинцус, Лебедев, Шарина, да, Ильин Кадиров, Ерхийсон, Петербург, Курилов, Демина, Ильина, Самона Курилова. Это люди разных поколений, люди, которые жили и работали, работают в разных исторических эпохах. И поэтому с одинаковой меркой к ним подходить нельзя. В частности, вот я вот упомянул Багараза и Ерхийсона Штернберга, они же были первыми этнографами, первыми исследователями языков, культуры, литературы сибирских народов. Но они оказались вторыми после американцев. Франца Бороса, Эдуарда Сипира, Бенджамина Уорфа, потому что они были политически сильны, и их труды вышли не в середине 19 века, когда они забирали все это, а в начале 20 века. И таким образом приоритеты были утрачены. Хотя на самом деле тут можно поспорить. Поэтому Василий Афанасьевич Лобик — это, конечно, глюба. Это человек, легенда, и без громких слов, вот мы сейчас отмечаем столетие Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Я хочу сравнить без ложной скромности Василия Афанасьевича с Платоном Алексеевичем Слепцовым Аюнским. 1922 год. Кто такой Аюнский? Ученый, писатель, поэт, государственный общественный деятель. Один из создателей государственности Якутской АССР. Кто такой Лобик? В начале 90-х годов. Государственный общественный деятель, ученый. Да, и, ну, может быть, он стихи писал, откуда мы знаем, хотя там кто-то что-то нашел, да. Вот. Дело ведь в том, что вот исторически сегодня так получилось, что эти два человека объединились в одном институте, ГИПМНС. Ну, подумайте только об этом. Институт языка, литературы, истории Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР и Институт гуманитарных проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Вот как бывает в нашей жизни. Ну, конечно, они были не одни. Была команда Аюнского, Орловцев, Боржаков, Донской, Новгородов, да, Лобика, Андрей Кривошапкин. Кстати, вот хочу большой привет ему передать, низкий поклон. Он сидел в Белом доме, который обстреливался танками. Мы с ними ладно звонили по телефону. Вот, кстати, тогда связь работала, почему-то не было мобильных телефонов, а по проводам мы разговаривали, там была еще Корнилова, от Якутии, да? Это же просто люди, почитайте его расправу, да? Почитайте его другие произведения. Это Андрей Васильевич, ну, да, жизни достоин памятника. Я уж не говорю про нашего Гавриила Николаевича Курилова, он тоже жив-здоров сейчас, работает, недавно я с ним разговаривал по телефону. Ну и можно продолжать. Вот.
эту тему. Поэтому такая аналогия. И второе, я долго не буду говорить. Второе, конечно, известные ученые, знаменитые ученые, признанные в России, в мире, об этом тоже говорили. Теория функциональной грамматики Бандарка была впервые применена им в отношении тонко-саманджурских языков. Он автор учебников, пособий, словарей, тоже в этом плане он первый, и программы, и пособия, и концепции. И мне очень понравилось выступление Шакрина Вячеслава Ивановича. Огромное спасибо, Вячеслав Иванович, спасибо. Вы очень четко все расставили по местам и справедливо заметили и сказали, да. Единственное, конечно, в этот день я не могу не удержаться от небольшой критики. Я всегда вам говорил, да, это знаете, да, вы помните, я вам говорил про иностранных ученых, которых вы все время хвалите, а про наших забываете и так далее, да. Дело в том, что, понимаете, очень легко критиковать ученых, особенно людям, которые некомпетентны, которые не степенённые, которые не прошли все это, которые не получили базового образования, понимаете. Вот я как председатель докторского совета, я 12 лет был председателем докторского совета, я знаю, сейчас как очень тяжело, трудно создавать докторские, вообще диссертационные советы. Если я вам скажу, что под большой угрозой стоит диссертационный совет по якутскому языку в Якутии, вы просто не поверите. Николай Николаевич Ефремов, который первый тоже начал заниматься функциональной грамматикой на базе якутского языка, который возглавляет диссертационный совет сегодня, к сожалению, многие от Сакалы умерли. Он возглавляет Ивановский журнал «Главный Якутия», а диссертационный совет уже закрыт. Об этом я давно предупреждал и руководителя института, и Северо-Восточного федерального университета. Поэтому не так-то просто, конечно, нелегко. И очень хорошо, что вот Елена Христофоровна сегодня перечисляла и Ирина Александра Николаевича, и Федоровича Васильевна, людей, которые в области. И, Александр Александрович, время, пожалуйста. И вот нам нужно добиться того, чтобы ученые пришли к тому, чтобы у них не было того, чтобы их не уважала власть. Нас всегда уважают ученых, потому что ученые выступают экспертами в самых сложных ситуациях нашей современности. Ну и заканчивая, скажу, что да, на Нобелевских чтениях мы выступим более подробно, с ними вспоминаниями. Вот. А сегодня огромное спасибо за приглашение. Вот. И, конечно, масштаб личности Василия Афанасьевича Родника, его роль в становлении и государственности, и пути, и России предстоит изучить и осознать многим поколениям россиян. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Действительно, большой, детальный разговор о многогранной деятельности Василия Афанасьевича пойдет на большущее мероприятие. Это научно-практическая конференция «Робиковские чтения». Мы переходим к блоку выступлений выпускников Василия Афанасьевича. И первое выступление, первое слово я предоставлю Антонине Афанасьевне Винокуровой, кандидату филологии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, сородичи и все те, кто присутствует на этом мероприятии. Сегодня, конечно же, ну не только сегодня, конечно, на кафедре северной филологии о Василии Афанасьевиче Робике мы говорим постоянно. И приурочили научно-практическую конференцию «Робиковские чтения в память» того, что он сделал для нашего будущего поколения, для подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов Севера. Василий Афанасьевич, конечно же, сегодня многие отметили о масштабе личности Василия Афанасьевича. Конечно, Василий Афанасьевич один из тех людей,
который имел фундаментальные знания, научные знания. Это широкой души человек. Может быть, он потому что был с Колымы. Потому что Колыма, на Колыме, когда до сих пор люди остались широкой душой, кто бы ни приехал, кому бы я ни обратилась сейчас, своим землякам колымчанам, они всегда приходят на помощь в любое время. И вот одним из таких людей наш выдающийся человек, которого мы все колымчане, все три Колымы, и верхняя Колыма, и нижняя Колыма, и средняя Колыма особенно, гордится достойным сыном Василием Афанасьевичем. Сейчас даже на политической арене нет такого масштаба человека, который мог бы отстаивать интересы коренных малочисленных народов Севера. Василий Афанасьевич в свое время говорил о том, что когда мы первые выпускники, он говорил, вот каждый из вас сейчас пойдете работать, и вы станете ответственными за свой народ. Это была его как бы красная линия. Действительно, так оно и есть. И так как кафедру создавали, сорвали Меркурий Белорусской, я вот сейчас хочу предоставить сначала ей слово, и далее потом уже немножко рассказать ей о Василии Афанасьевиче Робике, как выпускница. Права, Игорь Голина, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, спасибо вам, Галина Афанасьевна. Вначале Наталья Цветанина включала. Включала мою речь, которую она занимала не совсем недавно у нас в университете. И действительно, то, что вы говорите сейчас о Василии Афанасьевиче Робике, и потом долго будете его помнить и следовать его принципам и его деятельности, это очень благодарное дело учеников. Действительно, Василий Афанасьевич Робик прошел большую научную ленинградскую школу под руководством Веры Ивановны Финциус и, следовательно, шел по этому направлению, по стезе достижения глубокой науки, и вся его жизнь была посвящена и научной деятельности, и педагогической деятельности. И вообще Василий Афанасьевич Робик имел разносторонние знания во всех областях многих наук. Он глубокие познания знал и по всем почти двум вузам литературным языкам, начиная с древности до наших времен, что отразил в своих трудах. Он обладал глубоким аналитическим умом по изучению теории языка знания, по другим лингвистическим наукам, по русской, зарубежной классической литературе и, естественно, по литературоведению, по психологии, по философии. И все эти знания он обратил на то, чтобы ими владели его ученики, его последователи. И говоря о научной школе, которая была создана в городе Ленинграде в 30-е годы, и преемственно она шла до наших времен и сейчас идет, я бы хотела отметить и его научных друзей.
закадычных друзей, с которыми он рука в руку, плечо к плечу шел по жизненному пути. По жизненному пути это ныне доктор филологических наук Александр Александрович Петров, не Ялковы, Христофор Леонидович Дудкин, доктор филологических наук Александр Михайлович Шергак, доктор филологических наук Дмитрий Михайлович Мастилов, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Арцами, доктор филологических и исторических наук Алексей Алексеевич Бурыкин, доктор филологических наук Зинаида Николаевна Пикунова, доктор филологических наук Александровна Кудря, как мы говорили, Сандра, кандидат филологических наук Куликова Евгения Владимировна и многие другие, как со студенческих лет и затем после того, как они закончили образование, они поддерживали тесную связь и передавали свои знания своим ученикам, начиная с теории познания и заканчивая практикой в жизни. Это многочисленные научные экспедиции, организации научно-практических конференций, совокупная работа по всем направлениям, которые касаются жизни народов Севера, буквально не только Якутии, но и Российской Федерации. Василий Афанасьевич Рубик по науке, несмотря на большую занятость, занимался с большим упоением и оставил богатое научное наследие для многих поколений, особенно по многим уровням венского языка. И глубокие его познания по диалектологии, по всем уговорам венского языка, кроме того, значит, по развитию венского языка, все научные данные способствовали тому, что он написал многие монографии только-только по неисследованной теме венскому глаголу, и монографии были посвящены всем почти сторонам венского глагола. Это очень большое наследие для тех, кто учится, для тех, кто будет идти дальше по науке. Вот это наследие, богатое наследие, было оставлено им, но, к сожалению, все 20 лет организационной работы также по всем направлениям развития, сохранения коренных народов Севера, по всей России, миру, значит, немножко помешали ему идти дальше по науке. А сколько мог бы он написать научных трудов, если бы мне эта организационная работа, конечно же, которая стала даже основой для сохранения и изучения многих сторон деятельности коренных многочисленных народов Севера, начиная с законодательно-правовой основы. И я сейчас просто хочу отметить его научную школу, в которой последовательно ведет работу по научным исследованиям, вот те же самые экспедиции, те же самые рукописи, полевые записи, встречи и так далее, и сравнения, сопоставления по языкам. И я хочу сегодня с большой радостью этот замечательный день памяти Василия Афанасьевича Рубика хочу просто озвучить имена его научной рубиковской школы, прежде всего Сардана Ивановна Шарина, которая выпустила очень много работ. Я не говорю уже о научных статьях, у нее монографии, посвященные венскому языку, по посвященности
по местоимению, по прилагательному, и недавно она выпустила совместную работу с Алексеем. Напомни, пожалуйста, время. Время у нас идет. Евгения Кузьмина, Лариса Петровна, значит, она Елена Юсифовна, Нестерова Елена Васильевна, Илья Садовникова, Степанида Сапинова, Юкавина перечисленных последователей Василия Афанасьевича, каждый имеет свою дорогу и в теоретическом плане, и в практическом плане, буквально они будут здесь озвучивать имя Василия Афанасьевича Рубика, его организаторский талант, преданность делу науки, цели и задачи его, которые осуществлены и не осуществлены были, и его глубокие человеческие качества, о которых сегодня говорили, его доброту, верность своему делу, прямолинейность, твердость характера, принципиальность, ради становления интересов народа Севера. И, значит, заканчивая, я хочу сказать, что делу Ивана Зинцева Василия Афанасьевича предан был до конца своей жизни, и это сохранение традиционного алфавита, который был создан в 30-е годы и дошел до наших времен. Сейчас мы говорим, что это традиционный алфавит. Ивана Григорьевна, спасибо. Время идет уже. Времени у нас совсем мало осталось. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые участники, времени у нас осталось совсем немного, поэтому выступающие далее, пожалуйста, по времени где-то около 3 минут, потому что у нас время зумовское, к сожалению, тоже ограничено. Пожалуйста, следующий. Следующий. Антонина Афанасьевна закончила, да? Или Антонина Афанасьевна хочет добавить? Добавить что-то у меня. Да, Антонина Афанасьевна. Вы меня взяли и включили? А то вот беременная мамия. Да. Ну, две минутки. Ну, я буду говорить по-русски, потому что у нас тут много неплодеющих сидят. Я вот хотела бы даже дать признание Зинаиде Ивановне, Толкунчи, большой привет передать. Спасибо большое, Серега, очень прекрасное выступление. Я очень рада видеть Эльвиру. И сегодня вот, говоря о том, что действительно по этнокультурному развитию, конечно, Василий Афанасьевич очень большую роль уделял, да. И, конечно, хотела бы сегодня сказать о том, что он поставил памятник, да, оставил памятник культуру, материальной и нематериальной культуре Эвенов-Березовки. Это фольклор Эвенов-Березовки, язык Эвенов-Березовки и прекрасное альбомное издание на краске Севера. Вот, значит, эти три книги теперь являются, конечно же, достоянием, да, прекрасным достоянием и прекрасным материалом для того, чтобы изучать свой родной эвенский язык. И Василий Афанасьевич Рубик, да, благодаря Василию Афанасьевичу Рубик, сейчас наш эвенский родной язык достигнут высокого научного уровня. Вот он мне говорил о том, что четверостишие защитили докторскую диссертацию. Я говорю, да, а что это значит? Он говорит, это значит уровень. И вот я сейчас только понимаю, да, какой это уровень на четверостишие написать докторскую диссертацию. И, конечно же, благодаря Василию Афанасьевичу, вот научная школа, его научная школа сейчас, конечно же, продолжает все те традиции, принципы и идеи Василия Афанасьевича Рубика. Спасибо за внимание. Спасибо, Антонина Афанасьевна. Далее я предоставлю слово также
ученикам Василия Афанасьевича, его коллегам, соратникам, которые вот со студенческих лет выросли, со студенческих, с молодых лет выросли и стали под руководством Василия Афанасьевича нашими учеными-исследователями, которые продолжили дело Василия Афанасьевича. И сейчас я хочу предоставить слово Раисе Петровне Кузьминой, кандидату филологических наук, старшему научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Здорово, только редяне в Бог, Туринты, Волдача и Немики, СПРМ только клубна. Добрый день, дорогие друзья, участники круглого стола. Поздравляю всех с Днем родного языка. И сегодня для нас очень незабываемый, очень такой знаменательный день, вечер, слово «обучитель». Василий Афанасьевич оставил неизгладимый след в душе каждого своего ученика. Человек, забравшийся, скажем так, на вершину научного олимпа в Североведении, достигший незабываемых, небывалых результатов в области венского языка и других направлений языка. Он был всегда примером для нас и остается примером. Человек с непоколебимым, сильным характером, как наш северный край, конечно, Василий Афанасьевич прежде всего является нашим учителем, нашим научным руководителем. Он, Василий Афанасьевич, беззаветно любивший свой народ, язык своего народа, культуру своего народа. Он всегда гордился тем, что его ученики прошли кочевую школу. И вот я хочу немножко рассказать такой, скажем так, случай из нашей жизни. В 2005 году мы поехали на международную конференцию по регбиде ЮНЕСКО в город Новосибирск. Нас было четверо из Ивенской группы. Это Мария Егоровна Руби, жена Василия Афанасьевича, наша тоже уважаемая и незабвенная. Елена Васильевна, я. И вот он с высокой трибуны, выступая, он показывает на нас и говорит: девочки, вот мои девочки, встаньте, мои аспирантки, встаньте. Они прошли кочевую школу, и вот сейчас в аспирантуре учатся. Вот пример, как воспитывать научную школу, как вообще воспитывать научных сотрудников, научных деятелей из самого народа, которые не только по наслышке там читают, откуда-то, да, знают о культуре народа, из пена, а выросли в этой среде. Вот, смотрите, и мы все в национальных одеждах, конечно же, мы встали, что делать. Мы до сих пор об этом вспоминаем, конечно, с очень добрыми, с добрым смехом, добрыми словами. И вот, что интересно, вот, он говорил, что у нас интроспективный взгляд на вещи, на мир. И он говорил, что мы сами ходячий материал. И, конечно, мы обо всем этом понимаем сейчас. О чем же он говорил? Что же он хотел донести до нас? Вот, оказывается, об этом он говорил. Вот сейчас между собой у нас много разговоров, мы очень много до сих пор вспоминаем Василия Афанасьевича. И вот, конечно же, убеждаемся в правоте его слов. Каждый день. Это каждый день происходит у нас. В личностном плане Василий Афанасьевич был очень душевным, очень отзывчивым, таким заботливым человеком. Он беспокоился о нас вплоть до того, что мы поели. Вот. Однажды Мария Егоровна, его жена, она всегда нас кормила. И вот всегда приносила нам еду в этот сектор, в кабинет. И тут она уехала, ее нету. И Василий Афанасьевич вот жал, он что-то тоже приносил, старался приносить еду. Приносил, старался накормить нас. И один раз он пожаловался, без ничего пришел и пожаловался, говорит,
Ой, я еле, даже я сама как бы вместе питаюсь, так что извините меня, вот Марии Егоровны нету. Сам тоже еле как хожу. И вот, конечно, мы его простили, так скажем. Да? И вот что примечательно, наши заседания Венского сектора всегда очень часто проходили на венском языке. Он очень любил свой язык. И постоянно, вот когда у меня спрашивал, ну вот, в Березовском говоре будет это там, вот это, например, предложение, да? А как у вас по финскому, постоянно меня спрашивают? Ну, сейчас я понимаю, что он готовил с меня, Берегколога, да? Вот я отвечала, вот видишь, какая разница, постоянно. Вот, и, конечно же, большой вклад Василия Афанасьевича в том, что он каждый из нас сумел разглядеть исследователя, в каждом своем ученике разглядеть исследователя со своим видением мира, сумел пробудить в нас интерес к научным изысканиям, научил видеть в каждом исследовании что-то важное, ценное. И вот что я хочу сказать в конце. Василий Афанасьевич, вот Эбджан Баянат, вот Аябрей, Тонкари Баянат. Этикен, мы его иногда называем между собой. А в национальном мировосприятии этикен имеет коммутацию уважения и даже преклонения. Не каждый пожилой человек в венском обществе удостаивался, чтобы его так называли, может, пусть, вот, именно с коммутацией уважения. И мы, ученики Василия Афанасьевича, всегда с благодарностью будем вспоминаем его, сделавшего очень много в нашем становлении, сыгравшего составляющую и важную в судьбе каждого своего ученика. Спасибо. Раиса Петровна, спасибо большое за такие искренние, теплые воспоминания о Василии Афанасьевиче. И сейчас я предоставляю слово такому же знатоку родного языка, как Раиса Петровна, представителю, который вот говорит на Березовском, родном говоре Василия Афанасьевича, его ученицы, студентки, аспирантки, ученому, эвенскому ученому Елене Васильевне Нестеровой, кандидату филологических наук, научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленности народов Севера. Здорово, дяку, здорово, гостя, здорово, немного дел. Мудро виновата Василий Афанасьевич Дюлин, Уктянмат Даву, Науман Джон Даву, Элену Чахатты. Ревиновата Хоя Бил, Горовитин, Василий Афанасьевич Дюлин, Хоя Бонитин, Время давало от тебя, выпечь кондим. Василий Афанасьевич, ты выйдет дора, полча я ботва. Но он таки не выйдет дора, дышь, но он дыр, попа. А и чай, что чувак там. Выйдет, но он выйдет дора, полча и чаре. Вот тут гоми, а и чай выйдет дора, но он так. Он дыр, и? Не оттал даби мне, но он дыр, повар, тани. Дорам, эльгун хару, эльгун хару, эйгван хару, мискалеттан хару, доклан хару, энмэй фокта да шинку. Нида элэр дорна, яуда, оча ич, эйдуэр, мискалеттан эшни хару. Доми, эльгур кучин мэнэ, эльгур амонтан хадай, манучин мэнэ. Доми бу, Василий Афанасьевич, умутту гургарчими секторла, Рыр тарап, мұрычоқ, нем қар бұл, дәрінер бұл, құлмашын не қар, үйрі бұл тұрым әме қар, бұл Василий Афанасьевич бүгін өбәт бұл. Науын ең мұтке көбәт, әдік тұрым әкен бейден, әдік тұрым әкен бейден, үйрі бұл тұрым әме қар, науын да үшкін қар, үйлі үшкін ұнур, тұрымы бұл Юлин, Геросик, Кютто. Идук Торан, Дуоп Чаван. Ол Хоп Чаван. Идук Торан, Куричин Бисивен. Там, Омуту Бакрисчеватто. Нян Этикер Ду. Адекар Ду.
Гимитчаларын Василий Афанасьевич. Но он путчаларын бәрді. Ташын оған Анна Ивановна Хабаровскеймен өмірдің, науын немқар бар, құмачыдың, немқар дұңға. Икі әлгі бәрді. Тұрау дүйлін, тауқы жетіні, қалағы құмачы жетіні, бейдеуіншаның Василий Афанасьевич бойынша бар. Әріл бұйтан бұл, титар бұғыды дұқтарын дұқ, текар бұғыды дұқтарын дұға. Құлмачынмай, талақ қанамырды дұқ. Не үші дела құлмачынмай. Талақ дүйлін, бұғыды дұқтарын, ноддон, әңі ебір, әбдені бәр. Науын мен книгалай, фольклоры мені березовки, книгалай, қоча ешті құрыр. Василий Афанасьевич мен ұғыты күрген жемей бұл қой алқамын құрығы. Ноғын аңғымын да бесен, яғымын да бесен, ұғыт күчімгімін да бесен. Ноғын мен ұғыт күтттен, оң бүйінмен ұғыттен мәчін мәй, оң мені дауат дәучін мәй, оң тұрын мәй, әйді мән ұғыт күттен. Чоу-чоу-чоу. Омнеган Александр Александрович Петров Мукулевли. Чек по деменской технологии. Ня новом горе Мукулевли. Чек пандемии. Новом Мукулевли горе. Ку, хо не сличил бы им пишешь. Ку, иногда, рычен, эгджен бейнен, хо бейнен кутерчикс. Новом хатлан бейнекан, ку хо я пхамо кутерчикс. Қоям науын құрдымен. Бетті тарап жауқытмен, әлігін Александр Александрович Петров бойынша бәр, әлігін тарап бісі бәр, е құрмалар құмұрым. Василий Афанасьевич бұдетті жауқытты, яғы бұдетті бәр, яғы бұдетті бәр, науын тұрын, түрінні, жәкі мұнды. Бұлғатты да, тұрып жөтті да. Науан әлі ұрмын тақауын бұғатты. Ең бәлді. Әбден тәкен, Елена Васильевна. Ху ай әбді жүптен дегіз долчыми. Аймакан долчыникан, дәргендіғы долчыникан. Хи айке тұрар егіз наға әбденет ұрындып, ұрынчырып. Как прекрасен наш эвенский язык, как прекрасен язык древнего эвенского народа. Тот язык, который всегда вот, изучал, исследовал и Василий Афанасьевич. И отрадно очень, что есть у него такие прекрасные последователи его дела, настоящие знатоки родного эвенского языка. Огромное спасибо нашим эвенским ученым, Раисе Петровне, Лене Васильевне. И блок выступлений выпускников ученых, коллег закрывает Мария Петровна Дьяконова, кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела северной филологии Института гуманитарных исследований, ответственный секретарь Ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия. Мария Петровна. Добрый день, дорогие коллеги, сородичи. Сегодня мы вспоминаем нашего Василия Афанасьевича. И вот я хочу начать свое выступление с четверостишия, да, который всегда люблю повторять наш учитель. Каждый год, каждую годину привык, я думаю, провожать предыдущую смертную годовщину среди пытаясь угадать. Это слова из стихотворения Александра Пушкина. И он вот как-то всегда говорил это, когда ему бывает, ну, было сложно, да, трудно, какие моменты, вот, как-то он всегда сопровождал свои вот, действия, речи, да, вот всегда с какими-то вот, ну, не просто так, а с философским таким смыслом. На протяжении
всей жизни человека встречаются разные учителя. На моем трудовом жизненном пути, этапе у меня есть два учителя. Это Галина Ивановна Варламова и, конечно же, Василий Афанасьевич Обут. И вот очень радостно, что мы этот год все-таки будет посвящен памяти Василия Афанасьевича. Вот почему он стал ученым. Да? Сегодня в фильме мы посмотрели, да, Варвара Григорьевна немножко вспомнила об этом. Да? Я хочу дополнить это вот, воспоминание Василия Афанасьевича, как он вот, вообще да, буквально получается жизнь вела к тому, что он станет ученым. Ну, вот он пошел на охоту с отцом, ему было 10 лет, и нужно было выстрелить белке в глаз. И он, конечно же, промахнулся, и отец так задумчиво ему сказал, да, тебе надо чем-то другим гордиться, нежели охотой. И вот это вот Василий Афанасьевич мне тоже специально рассказывал, что ему было смешно. И говорит, вот была судьба моя предрешена, пойти дальше учиться. Вот сегодня, вспоминая Василия Афанасьевича, нельзя не вспомнить и нашу Марию Егоровну. Благодаря ее поддержке, ее силы духа, да, вот он состоялся сегодня таким, вот был таким, каким он был, да. И надо сказать, что вот, благодаря ей, Марии Егоровне, он ведь после университета окончился отличием, уехал работать директором в Римскую среднюю школу. Он отработал там целых 3 года, и Мария Егоровна, как она сама уже вспоминает ее, она подумала, что вот надо человека отправить, потому что она чувствовала, вот это, она мне сама рассказала, что человек здесь тесно. И она вот осталась с 3 маленькими детьми, взяла, стала директором школы, так взяла на себя эту ношу, и Василия Афанасьевича отправили в Ленинград, где он и учился в аспирантуре. Вот, с Василием Афанасьевичем мы первый раз встретились только на 5-м курсе обучения, да, когда была программа там введения в кондиционирование. Он приходил, вернее, мы ходили на Сосновую, и всегда он очень чувствовал, что очень занятым человеком он был, и всегда он очень рассказывал, очень интересно. И как-то вот, ну, студенческие годы у меня с ним таких вот, ну, как есть преподаватель, есть интересный человек, да, есть занятой директор института нашего головного. Как-то вот так. Потом по окончании вот, университета я шла работать к нему помощником. Была помощником. И вот эти последние 10 лет его жизни мы как-то вот очень тесно. Почти каждый день вместе шли долгие 10 лет. И то, что вот сейчас я имею, да, вот, это благодаря Василию Афанасьевичу. Потому что мы первый год притирались друг к другу, да, и остальные 10 лет вместе работали. Были и сложные моменты, но всегда я чувствовала поддержку, всегда он, я старалась, чтобы ему как-то было легче, да, такие мелкие вопросы я пыталась решить сама, какие-то вопросы я с ним обсуждала, брала его время и старалась как-то вот облегчить, ну, какие-то мелкие вопросы брала на себя, скажем так, да. Вот, тем более все, вот Вячеслав Иванович сегодня отметил, каким был в те годы, который возглавлял Василий Афанасьевич, был и коммунное здание, институт проблем малочисленных народов темы. Решались многие вопросы, социально-экономические вопросы, культурологические, языковые. Там это был флагман. Вот сейчас, если вот анализом подумать, что это был флагман такого движения, которого, к сожалению, сейчас нет. Вот. Так, что еще бы я хотела сказать?
И вот эти годы, 10 лет, которые мы с ним вместе работали, для меня лично это какие-то, получается, ну, не только, наверное, для меня лично, для девочек, какие-то вот особо счастливые, да, в своей жизни, когда ты веришь, ну, вот таким лидерам, как Василий Афанасьевич, делаешь судьбу, да, вот, развитие своего народа. Что еще я хотела сказать? Я хотела бы отметить еще его, мы тоже отмечали, да, личные человеческие качества, да, потому что он прежде всего в человеке ценил его преданность, ум, трудолюбие, он не различал там ни чиновник, ни водитель, раз ко всем относительно одинаково, да, но он очень был демократичным человеком. И вот для меня он остается великим человеком, с которым счастливилась мне работать. Спасибо. Следующий год. Да. Спасибо. Потом вот я хочу сказать, что мы должны делать книгу воспоминаний у Василия Афанасьевича. И я думаю, вот сегодняшние воспоминания, да, такие вот, ну, хорошие слова, да. Я буду за эту книгу. Да. Да, сегодня действительно очень искренне и теплыми воспоминаниями делятся и коллеги, и соратники, да, ну и прежде всего его выпускники. И думаю, Мария Петровна правильно вот предлагает, что многие, ну, воспоминания пойдут в эту книгу. Так, дорогие сородичи, сейчас мы предоставим вам видео с записью выступления еще одной выпускницы Василия Афанасьевича, представительницы среднеколымских ЭВРов, предоставим слово Октябрине Руслановне Новосельцевой, председателю Ассоциации коренных малочисленных народов Северо-Среднеколымского улуса. Ну, она нам отправила свои воспоминания в видео, кусочек видео, да. Включите, пожалуйста. Громкость. Мои дорогие Гарри, довгая гора мутатину, гора мутатину, гора мутатину, никогда не была бы ветер, иду один, но он горбудит, 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 иду довгая бы сил, рулетку, но он толчит огор, ученица древан, но он, Василий Афанасьевич, ученица никогда не осенен, не укоризм, ученица лотен, или бы ветчай, или горковатчай, хоч охот хоророн он амрекан домот кимудале. Эти ночалай ривер алат хоророн номан, но он мен бахалда марта, дальчитай явку ниван, явук чандиван. Хопучагла университет ла ириди, но он занятий албан, би хоч алат хоророн. Дек, элейсталар, джомчарам, явку ничаван, явку чанчаван, миттики. Но он говорит мне таки, мэр доли ура иду чэнджера высотой матникан бёрры. Мэр доли ура был матникан бёрры. Явда никан хонтов джуан патта маргата, а юткан маргай никан джуласки киркалры говорит рэгар. Джуртэси джуи ханганна, но он аласир Николомскин хэлнайсин. Хэлнайсин дархам учан мэрти ванна хамьон. Дархам но он учанди но он тэси джуин няма. Томон мэрли. Он мервилен, он на дерзкотка высота на воске муринка целым кантом. Тархам красный чугла на муку кавчили. Средний Колумск, Мейлми, Нейсурты Нохта Пояр, Васил был дерзкотук. Тетим бутыл нитти джур, не сад, не сад, толбан. Игорь бутын хеджи бутын нитти джур, охот тэнду мян черетан. Васил был нитти джур. Мен сынау ұтудың әттенбісін тарақ. Тек ұрын оң тарап, ұқчан ғырын мұлдеге
И также Октябрина Руслановна предоставила нам видео со своим выступлением. Новосельцева Октябрина Руслановна является лауреатом третьей степени открытого фестиваля конкурса, межрегионального конкурса «Эхо тундр и тайги» 2021 года. Регионального конкурса «Эхо тундры и тайги». Уважаемые друзья, сегодня к нам подключились также одна из наших известных, прекрасных, удивительных школ, учебных заведений, откуда вышло очень много выпускников, очень много выпускников, интересных выпускников, работающих во всех сферах народного хозяйства, в образовании, в культуре,
в науке и так далее. Да? Эта школа всем нам известна. Многим она очень дорога, потому что многие являются выпускниками этой школы. И сегодня, значит, выступит Мария Валерьевна Егорова, заместитель директора по воспитательной работе экспериментальной школы-интерната «Арктика», почетный работник общего образования Российской Федерации вместе со своими учениками. Детские учителя – это совершенно особые люди, имеющие возможность серьезно повлиять на личность и судьбу своих учеников. Именно таким учителем с большой буквы был Василий Афанасьевич. Это был конец 90-х, начало 2000-х годов. Мы студенты северного отделения, и у нас в расписании стоит предмет с очень интересным названием «Введение в Тунгуса в маньчжуроведении». И лекции проходили в Институте проблем малочисленных народов Севера. И вот первые наши воспоминания, я спрашивала у своих однокурсников, вот каким вам запомнился первый раз Василий Афанасьевич. И все говорят, что это был такой энергичный человек. Он, мы помним, когда мы сидели, ждали в кабинете, он зашел, такой, от него веяло такой доброй энергетикой, такой светлый человек, и он вот поистине обладал такими энциклопедическими данными. И лекции его проходили не так, как обычные лекции. Они носили такой философский, такой глубокий смысл. Это были лекции, беседы, где он сам рассказывал. И застав же мы, ну, как бы учил нас именно рассуждать на тему будущего наших народов. И тогда мы в первый раз услышали об истории государства Бахай. Мы были очень удивлены. Нам казалось, это просто сказочная какая-то страна. Да, вообще этого никто об этом не знал. И он вот, первые две лекции нам так увлеченно рассказывал об истории этого государства Бахай. Тогда он подчеркивал, что наступило то время, когда мы, как представители коренных малочисленных народов, должны взять в свои руки дело процветания, исследования родных языков, фольклора и культуры. И Василий Афанасьевич нам запомнился таким человеком, который не боялся. У него были очень передовые идеи, у него были очень смелые слова. Мы всегда думали, вот, но все равно это были 90-е, ну, конец 90-х годов, когда было непонятно, что будет дальше. И тут мы, как бы, с его Василий Афанасьевич нам говорил, вы, за вами будущее, вы стараетесь учиться, стараетесь приносить каждый по мере возможности пользу своему народу. И вот многим собравшимся здесь, я считаю, что очень повезло, что на нашем жизненном пути встретился именно такой учитель, как Василий Афанасьевич. И в нашей школе представители эвенского народа, это яркие, талантливые дети, которые знают в совершенстве свой язык. И я сейчас хочу предоставить слово нашим ученикам школы «Арктика». Ребята, пожалуйста. Василий Афанасьевич Робекто Анинча. Я вот тупучат Арктика Буналки эскери номер 9 берген дукут Анира. Эй-джо, эй-джо. Ande, 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 ande,
школе Арктика. Мария Валерьевна, Агентекагунду. И спасибо нашим талантливым учащимся школы, среди которых мы, конечно же, узнали нашего Гаврила Суздалова, представителя усянских эвенов, лауреата межрегионального фестиваля конкурса «Эхо тундры и тайги» 2020 года. Гаврил, Агентекан, Агентекус. Дорогие друзья, продолжаем наш блок выступлений выпускников Василия Афанасьевича. И сейчас я предоставляю слово Марии Степановне Кайдаловой, заведующей библиотекой филиала «Мир приключений» Якутской централизованной библиотечной системы города Якутска. Здравствуйте всех! Приветствую! Меня слышно, да, хорошо? Да, слышно. Слышно прекрасно и видно прекрасно. Хорошо. Угу. Прежде всего приветствую всех с Днем Аленского языка в рамках декады родных языков. Я являюсь выпускником Северного отделения группы СО-94. Конечно же, годы учебы в университете, конечно, уже навсегда остались в моей жизни как самые теплые. Никогда не жалела, что поступила и училась в нашем отделении. В нашей группе каждый был индивидуален. Обучение в университете для меня было очень важным и нужным отрезком моей жизни. И вот там я получила очень много полезных знаний, которые мне, конечно же, пригодились в жизни. Было очень сегодня приятно видеть всех, услышать родную речь. И, конечно же, слышать приятные слова у учителей. Я до сих пор горжусь, конечно, что соприкоснулась с великим сыном эвенского народа, человеком такого вот мирового масштаба, да, как Василий Афанасьевич Ротный. Мне, конечно же, посчастливилось у Василия Афанасьевича слышать лекции по тунгусам и человеку. Жалко, что их было мало, потому что человек был очень занят не той. Я жалею, что не осталось никаких вот фотографий с ним, да? Потому что я вчера вот у себя тоже в архиве копалась на фотографиях и не увидела, что, оказывается, с таким великим человеком все-таки я не сфотографировалась. Ну, конечно, все это с течением времени заставляет, конечно, восхищаться Василием Афанасьевичем, таким вот глубоко увлеченным человеком, такой вот проявившим большой интерес своему предмету, желанию изучать родную речь, культуру, историю. Наша группа была очень активна в студенческую пору, да и сейчас она очень активна. Мои однокурсницы являются активистами и пропагандистами родного языка и культуры, также общественниками по пропаганде Арктики и вообще карьеры младшества народов Севера. Я, например, очень горжусь своими сокурсниками, которые вот активно работают в этом поприще, прямо и косвенно, скажем, да? Это мои дорогие Элла Власова, вот Мария Петровна Дьяконова, она уже выступала, также у нас еще и Наташа Тарабукина, ну и многие другие. И, конечно же, в этом, несомненно, большая заслуга и вдохновение наших преподавателей, в том числе Василия Афанасьевича Робика. Ну, как бы на этом я скажу всем спасибо, до свидания. Нашему родному эвенскому языку желаю от всей души процветания, а всем собравшимся сегодня здоровья. Пусть всем вам сопутствует удача и благополучие. Агентекен, большое спасибо, Мария Степановна, за прекрасное выступление и пожелания. Продолжаем, значит, следующий выступающий, тоже выступающих осталось двое выпускников Василия Афанасьевича, выпускников кафедры северной филологии. И сейчас я предоставлю слово Виктории Валентиновне Шумиловой, старшему преподавателю кафедры начального и инклюзивного образования, значит, института
и развитие образования и повышение квалификации, член управления Союза Агленов Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Виктория Валентиновна. Добрый день. Якутский госуниверситет в 92 году. Экзамен по специальности принимали, кроме них, еще и Галина Ивановна Варламова, Каптуке, Гавриил Николаевич Курилов, Улура Адо. И видя их напротив себя, всех я очень волновалась и не могла поверить, что такие именитые ученые и писатели сидят передо мной, и которые создавали совершенно новую учебное подразделение при университете, это кафедру северной филологии. Из учебного процесса мне особенно запомнились академические лекции по тунгусо-манжуроведению Василия Афанасьевича, из которых я узнала об истории тунгусов, лекции по фольклору Христофора Иннокентьевича, очень удивительные и интересные рассказы Анны Николаевны на объединенных лекциях групп. Также лекции по этнографическим исследованиям Анатолия Афанасьевича Алексеева. После третьего курса я перешла на заочное отделение и поехала работать в Арктический район учителем Соскаласской средней школы. И когда мы приезжали на учебную сессию, наши учителя очень радовались. А Василий Афанасьевич всегда разговаривал с нами, всегда расспрашивал о жизни в Арктике, интересовался, как живут люди там. И, то есть, получается, он жил жизнью своего народа. После окончания университета я работала на кафедре вместе с моими учителями. И Христофор Иннокентьевич очень добрый был человек, и мы с ним постоянно общались. И с ним было интересно разговаривать. По окончании, когда училась в аспирантуре, на одной из научных конференций я разговаривала с одним профессором, и в это время подошел Василий Афанасьевич и стал расхваливать меня перед этим профессором, и мне было как-то неловко. И сейчас я понимаю, что Василий Афанасьевич видел в нас, в своих учениках, продолжателей и последователей их дела по развитию Арктики и коренных народов. Очень жаль, что сейчас у нас нету большинства наших этих учителей вместе с нами, но они оставили очень хорошие воспоминания и огромное богатство, богатое, огромное наследство в виде научных трудов и творческих произведений, которые стали классикой и основой для продолжения национальной политики по устойчивому развитию коренных народов в Арктике. Я благодарна судьбе, что мне удалось быть учеником таких именитых и талантливых людей, ученых и писателей, поистине уникальных личностей, лидеров и патриотов Арктики, таких как Василий Афанасьевич Робек и его соратников. Спасибо. Спасибо, Виктория Валентиновна. И завершает блок воспоминаний выпускников Наталья Дмитриевна Сметанина, редактор творческого объединения «Гяван»,
национальной вещательной компании САХА, член Союза журналистов Российской Федерации, член Координационного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Тентакен, айлисниш тенгари жанилбу, укал эйлис чиноган чин мэннэлин чирмэтниген тэгэттет хо эвка, хо ай. Добрый вечер. Незаметно пролетело время. В далеком 1989 году в Якутском госуниверситете на базе филологического факультета в отделении русского отделения якутских школах открыли экспериментальную группу. То есть набирали абитуриентов из числа коренных народов. Я была в том числе в этом списке. Эвенов нас было трое. Я, Алена Степанова, Кривожапкина и Егор Робик. Были девочки венгейки с Янгры, Сарьяка. Я всех их очень хорошо помню. И мы вот начали первый экспериментальный такой курс у нас был. И мы начали учиться, нашим учителем, преподавателем был Василий Афанасьевич Робик. Он нас принимал, он нас учил все это время. На втором курсе мы все поехали, уже второй набор там пошел. Был Маша Рофова, девочки поступили, такие яркие, Зардан Степанова наша незабвенная. И на втором курсе мы все поехали в Санкт-Петербург. Василий Афанасьевич нас отправил в Санкт-Петербург, там мы слушали лекции у именитых. Александр Александрович нас тогда очень хорошо принял, встретил, жили бы на стачек 30, пели песни, ходили на дискотеки, на экскурсии. Нашим куратором была Венера Петровна Марфузалова, великолепный, широкой, доброй души человек. И я очень благодарна судьбе за то, что нас в самом начале нашего пути, совсем еще зеленых, мне было лет 16, встретил и благословил Василий Афанасьевич Робик. Тут все говорили об его гостеприимстве. Я тоже через это прошла. Мы на Ярославского 30 в огромной стене, все заставленные книгами. Мы там часто слушали лекции. Благо, это недалеко от городка было, и вот это вот обязательно все заканчивалось горячим чаем. Позже, когда уже профессионально я работала журналистом, всегда я знала, что Василий Афанасьевич очень легкий на подъем, и он никогда не отказывал дать интервью, объяснить, рассказать, встретить. Мы просто на Сосновую 30 ходили как к себе домой. Так тепло, свои сородичи, во всех, в каждом кабинете наши люди, наши ученые встречали. Может быть, с тех студенческих дней осталось, или вот такое отеческое отношение Василия Афанасьевича к молодым. Он всегда, даже когда мы взрослые уже приходили к нему, он всегда сначала поил нас чаем, кормил, потом только к делу переходили. Вот эта черта, наверное, вот к какому ивену не зайти, он обязательно вначале чай нальет, накормит, потом только я вычем не отчего выдержали. И вот так вот мы жили, я очень благодарна судьбе, что мне посчастливилось общаться, работать, внимать такому человеку, как Василий Афанасьевич Робик. 5 лет тому назад мы поехали, вот когда снимали как раз этот фильм, скажем, передачу про Василия Афанасьевича Робика, мы ездили на его родину, на Лимске были, Березовке, работали в Среднеколымске, и везде такое вот, знаете, ощущение, что везде дома, везде вот нас как бы сопровождал, был с нами, работал. Моей городе наша огромная благодарность моей землячке, нашей девушке с Крымского района, Эвенке, натуральной, настоящей, которая всю жизнь была прекрасным, надежным тылом для Василия Афанасьевича. Ведь в чем зависит успешность человека? Это его работоспособность, это его дисциплина, самодисциплина, четкость, графика. И в то же время самое главное, это надежный тыл, когда и дети под присмотром, и дома всегда тепло и сытно, и когда жена еще и соратник, коллега. Так что я очень хочу от имени всех нас, Эвенов, наверное,
наверное, сказать, что это не только мы говорим эти слова в один день в году или в юбилейный день. Мы всегда помним, вспоминаем, руководствуемся трудами, работой, жизнью. Именно примером, жизненным примером для всех нас является Василий Афанасьевич Ропин, наш учитель, наш любимый учитель. И я так, как я завершаю воспоминания с его учеников, я хочу еще раз, наверное, вот сказать, что, вспоминая Василия Афанасьевича, вот ощущение того, что нету вот, исчезла вот эта вот защита, надежность, широкая спина, за которой вот удобно было нам в начале своего пути учиться, работать. И хотелось бы, чтобы мы сами стали вот такой вот защитой, надежным тылом, надежной стеной для своих подрастающих, молодых наших ученых, детей наших, которые с нами всегда рядом. Это Кальмиден. Агент ЭКН Наталья Дмитриевна, действительно, очень значит, прекрасные слова, прекрасные воспоминания о таком удивительно ярком человеке с многогранной деятельностью, великом человеке, выдающемся сыне нашего венского народа Василия Афанасьевича Ропики. Действительно, сегодня выступило очень много людей, и хотели выступить очень многие, но, к сожалению, наше вот это зумовское время, формат не позволяет дать слово всем-всем желающим. И мы от имени правления Союза воинов Республики Саха выражаем огромную благодарность всем тем, кто принял сегодня участие в нашем мероприятии. Дань уважения, значит, великому сыну эвенского народа. Всем, в том числе всем слушателям, которые присутствовали сегодня. И огромное спасибо всем выпускникам, коллегам, соратникам Василия Афанасьевича. Спасибо Санкт-Петербургу, спасибо школе Арктики, спасибо Среднеколымскому ЛУСу. И, кстати, еще хотела бы отметить, что хотел выступить Родион Степанович, но у него, к сожалению, не получилось подключиться. Да, он с Березовки хотел выйти. Он является заместителем директора по воспитательной работе Березовской национальной средней общеобразовательной школы имени Василия Афанасьевича Ропика. Но, тем не менее, мы выражаем благодарность за то стремление, что они вот хотели, но не получилось. Не получилось в силу вот такого качества, к сожалению, интернет-связи. Да? И выражаем нашу благодарность, большую благодарность нашим всем партнерам, всем нашим коллегам, кто принимал участие в организации нашего сегодняшнего вечера. Огромное спасибо прославленному коллективу этнофольклорного ансамбля «Долгунча» под руководством Анетты Егоровны Абрамовой. Огромное спасибо ребятам из Молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Спасибо большое всем нашим молодым людям, нашим активистам. И огромное спасибо, конечно же, хозяйке этого дома, прекрасного гостиного зала, Ольге Петровне Охлопковой, члену правления Союза ЭВЕНов. И спасибо также за помощь организации. Конечно же, спасибо Анастасии Ремеевне Куличкиной, которая тоже всегда с нами. Это те люди, которые всегда с нами вместе, всегда-всегда, значит, практически на каждом мероприятии. И также хочется сказать всем, что сегодня мы очень много услышали нашу родную эвенскую речь. Согласитесь, действительно она прекрасна. Звучит она очень мелодично. Услышали мы несколько говоров эвенского языка. На березовском говоре, чистом говоре выступали
наши представители, участники, выступали на ламутхинском говоре, выступали, многие выступали на родном языке, прозвучали песни на родном языке. И, конечно же, продолжим мы, завершим мы наши сегодняшние мероприятия тоже музыкальными номерами. И особая благодарность, нашему уважаемому Константину Васильевичу за то, что тоже поделился прекрасными воспоминаниями. Вообще вот сегодня удивительный день. И действительно, как многие подчеркнули, дело Василия Афанасьевича живет, все его помнят, и, конечно же, каждый из нас будет помнить о нем всегда, о великом сыне эвенского народа. Итак, Лилия Егоровна Балаганова, передаем вам огромный-огромный привет Эктентекен, всем, кто подключился сегодня. Магадану огромный привет. Анна Кай подключилась сегодня. Мы даже вот очень много подключилась, что не всех там успели посмотреть, да. Всем-всем-всем большое-большое спасибо. Эртен Текер, поколдовать дела и стола. Абгар не залканбилде. Да. Это отлюбный ансамбль Долгунча. Коля, руководитель Антонетта Абрамова. Это ассоциация коренных малочисленных народов Севера, учителю Себя-Кюрской национальной эвенской школы имени Платона Афанасьевича Ламутского. Пожалуйста. До встречи. Пока в домах дела и стола. Саша.
все. А тогда, Кирилл, давайте все вместе.